Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. За несколько месяцев я сбросил 19 килограмм. Серьезно? Я сбросил 19 килограмм за несколько месяцев. При этом никакого спорта, никаких диет. Делал все, что хотел. Я в натуре говорю. Провел в кресле все эти месяцы. Жрал все, что попало. И все равно сбросил. Возможно ли это вообще, вот так вот, если вдуматься? Если да, то каким образом вообще? В чем секрет, в чем фишка? Об этом вы узнаете в моей рассылке. Подписывайтесь, читайте, наслаждайтесь. Желаю вам изящной фигуры. С нетерпением жду ваших вопросов, комментариев и пожеланий.